считаю, что 23 вопроса это все-таки много. Ага, большинство убеждены, что много. Замечательно. Кто сможет уложиться, ну, например, в 10 вопросов? Кто точно сможет уложиться в 10 вопросов? Кто в этом уверен? Вы сейчас отворачиваетесь. Так, ну на этот раз давайте мы камеру не будем никуда уводить, чтобы зрители тоже видели. Значит, пиши число. Так что единственное, кто не знает. Так, замечательно. Все посмотрели? Да. Все посмотрели. Отлично. Число стираю. Идемте. И задавайте вопрос. Это число больше 30 или больше. Вы понимаете, в каком случае она получит нет? Только в одном случае, если это число 30. Правильно? Итак, это число меньше 30 или больше? Да. Дальше. У вас уже 13 вопросов, да? А вы обещали уложиться в 10. Так что заметьте, в эту игру только кажется, что легко играть. Я смогу. Хорошо, сейчас пойдешь. Так, ребят, быстрее, давай. Да знаешь ты уже, что больше. Ты спрашивал про это, уже 14 вопросов. Громче говори. Нет, это число не 38. Меньше 100? Меньше 40? Нет, оно не меньше 40. 16 вопрос. Нет, это число 50. Заметьте, ребят, у нее есть вопросы двух типов. Один вопрос такой глобальный, меньше того-то, больше того-то. И дальше, как воробей по одному числу. И вот из-за того, что она слишком рано начинает пытаться клевать по одному числу, из-за этого этих чисел много, глаза разбегаются, она успевает забыть, про какие числа спрашивала. И так может игра долго-долго продлиться. Я все-таки хочу довести ее до конца. Итак, у нас 17 вопросов. Так, не надо хвалиться. Я сейчас, безусловно, вызову следующую пару. Быстрее. Нет, это не число. Что-что? Нет, оно не 32. Ты же знаешь, что оно больше 40. Ты уже сказали. Заметьте, уже 19 вопросов. Что? Ну тебе сказали, что он больше 40. Так, все, 20 вопросов есть. Уже 24 вопроса. Тише, 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 тише. Давайте. Да, число больше 40, меньше 50. Причем многие числа мы уже спрашивали. Это число 3? Нет. Тишина. Уже 26 вопросов. Давай.
Какие же там числа еще прячутся между 40 и 50? Тише, тише. Нет. Про 43 уже спрашивала. Дальше. Нет. Отлично. 30 вопросов.